Всем привет, с вами я, Супер Ри, мы будем обозревать обзор на Kinder шоколады. Такая маленькая упаковка с привыкнутым мальчиком вот этим. Значит, тут 4 порции, да. Сейчас я открою одной рукой, потому что одной рукой я снимаю. Значит, шоколад, конечно, вкусный, я знаю. Но сейчас давай распаковывайся, все. Мужик вообще. А 4 порции, вот этот мальчик меня задолбал, умри. Ладно, все, не надо, думаю, издевательство над другим человеком. Ладно, тут, значит, такая шоколадка, сейчас я открою и попробую съесть. Давай, открывайся. Ах, ах, запах какой. Вы там после этого обзора купите себе шоколадку и попробуйте. Он потающий, но такой вкус приятный, вкусный. Внутри такое молоко, молочный шоколад. На самом деле упаковку зря я попортил. Ну ладно, мусорку выброшу. Ничего обычного, просто обычный шоколад с 4 порциями. Можно было большую упаковку купить, но я так подумал, маленькую так маленькую. Значит, ладно, был обзор вот такой на Kinder. Ждите следующих обзоров. Да, и следующий обзор, я не знаю, про что-то сниму. Ну, а с вами был я, Супер. Всем удачи, всем пока.